Вообще страшно люблю купаться. Я вообще, если еду куда-нибудь к воде, я сижу в воде, как рыба, часами, пока у меня уже вот здесь вот не все не поскиснет. Вот. С рыбками плавали, мама там кричала и пищала, что я наконец-то увидела этих рыбок, я наконец-то видела все это вживую, а не по телевизору. Вот. Конечно, было очень красиво, великолепно просто. But before long, their dream holiday turned into a real-life horror movie. Я понимала, что хищники живут в море, но никогда не думала о том, что я вообще когда-нибудь с ним встречусь. 6 weeks later, Olga is still in hospital, recovering from a savage attack. Что все хорошо. This is the first time she has spoken of these events on television. On the third day of their trip, Olga and Elena are swimming just meters from the shore. А потом ни с того ни с сего, то есть как бы какое-то было прикосновение к маме, она начала кричать: «Ой, ой, мамочки, мамочки, что это?» И вот этот черный плавник, я его вижу прямо перед собой, этот черный плавник. Когда меня она схватила за руку, я почувствовала три ряда зубов. Тут уже все, это опять же как искра, как мгновенно пролетела мысль, что это огонь. Притопила ее, вот, и, видимо, оторвала ей руку в этот момент. Она под меня подплывает и схватывает мне ягодицу. И она вот так вот мне ее просто вырывает ягодицу. Я начинаю понимать, что меня едят заживо. Я начинаю понимать, что сейчас я просто не доплыву до этого понтона. Я сразу поняла, что я сейчас могу умереть. Miraculously, Olga manages to swim to the jetty. Another tourist took a picture of the shocking aftermath of the attack, showing the extent of Olga's horrific injury.